Всем привет, с вами Марк и Айденчик, и сегодня вы... Всем привет. И сегодня будем играть на одном сервере пиксельмонов, да. Будем играть с модом пиксельмонов, видите, тут покемоны летают. О, круто, я такого еще не видел тут. Ну, я знаю, кто это, Галурк, но его еще, ну, не видел. Кстати, их выживание, ну, в одиночке можно их как-то призвать? Да. А. Потом мы разберемся с этим. Короче, ну это с этим потом мы разберемся. Короче, куда идем, ты где, а вот ты. Куда и пойдем, в общем, я не знаю, что тут делать. Ну, то есть ловить. Короче, я знаю, тут надо ловить покемонов. Тут отмен. Это машина для обмена, да? Ты покажи, какой у тебя покемон. Что? Нажми правой мыши на. Да я знаю, что это. Мы обменяемся покемонами. Пиксельмонами. Неважно, я буду их просто покемонами называть. Потому что я привык. О, смотри, там это. Птица. А, это Фироу. А где ты покеболы взял? Их вообще где взять? Это сразу тебе дается при начале игры. У меня ничего нет. Кажется. Не, подожди, а у меня вообще нет ничего в инвентаре. А, я не знаю. А где ты их взял, покеболы-то? А покеболы, это я когда вызываю, это я кидаю их. А, у меня все зависло. Ой. Я могу с тобой подраться. Не-не-не-не-не. Я еще не освоил этот мир. А, все, я пошел это лечить. О, я чимчары вызвал. Смотри, вон мой покемон. Ты куда побежал? А, ты лечишь? Он у меня. Он какой-то очень. Алло. Вы где сейчас? Мы сейчас играем в фиксельмонов. Он маленький. Ага, он на самом деле он большой. Да, я в курсе. Его лечить. А ну лечи. Эй, Трибут Геймер, мы сейчас снимаем, если что. Мы сейчас играем на лаунчере на сервере Pixelmon. Так, он тут еще Фироу, тут много Фироу летает. Значит, тут делает. Так. Кстати, у тебя огненный? Да, у меня огненный. Земляной. Пошли уже. А, значит, я тебе это. У огненного уже вроде. Кстати, он сильнее земляного. А, Китстарт сейчас. Китстарт. Тебе дают 5 покеболов, покедекс. О, реально. И конфетка. Ты знаешь, что делает конфетка? А, по-моему, она жизни что ли восстанавливает? Я же точно не помню. Она это повышает уровень на 1. А, да, да, все, вспомнил. Я просто давно не играл, я уже помню, что. Это у кого? Кикни его. А еще это у тебя. Это Айтрибот Геймера. Наверное, я не знаю. Это у тебя. Да, это у тебя. Все, он. Да, это еще. О, тут электробас. Тут электробас ходит на спавне. Давай уже все-таки выйдем со спавна. Ладно, давай. Кал, да? Угу. Я тебя У вас нет доступа к этой команде. Иди, короче, на главный спавн, мы. И, в общем, я тебя тут жду, и мы куда-нибудь пойдем уже вместе. О, тут Инфернейв. Это последняя эволюция Чумчара. Ты, короче, это мне... А, вон, Айденчик. Ну ладно, я тебе буду все объяснять? Да. Кто в кого эволюционирует? Ну, я, в принципе, я давно их любил. Ой, лагает. Короче, покажи мне, куда идти, короче. Я просто не знаю, мне надо освоить этот. О, смотри, там какой-то тренер ходит. Ну, игрок, точнее. Он с игроками драться. Я в курсе. Не с игроками именно, а с ихними пиксельмонами. Угу. А ты в курсе, что тут, ты где? Я здесь. Нет, а... Ты... А, вот это что ли, Айденчик? Это ты? Ой, лагает. Кстати, ты знаешь, что вот у меня сейчас лаг был? Ну, знаешь, когда сквозь блоки можно видеть. И в самом низу есть заброшенная шахта где-то. А можно крафтить покеболы или нет? Да. А как они крафтятся? А там надо их через наковальню. У меня есть еще один пиксельмон. Еще, подожди, мне надо посмотреть. Я покажу пиксельмона. А, тут надо Iron Base сделать и еще. О, недоран. У него еще. Кстати, это мой недорак. Этот дорак, это мой. Ага, а у него еще две эволюции есть. Сколько я помню. Я пойду посмотрю
это какой он у нас? Да вот Он у видишь? нас ядовитый? Да, он ядовитый. Вот знаешь, их раньше любил, а сейчас что-то надоело. Но я все равно помню, я все равно все помню, что к чему, и, собственно, я о них, наверное, все знаю. Ну не все. Кстати, может сделать мне прохождение игры какой-нибудь в покемонов, там, платину. Там много хороших у них игр. Ну, много интересных. Кстати, а мы можем с ПВП-шиться? Нет. А, тут ПВП вообще нет, походу. А чё? Почему-то нам дали каменные мечи. Да, кстати. Без понятия. А смысл тут даже зомби нету, тут вообще никаких монстров из обычного майна нет. Да, короче, тут какие-то красивые домики. Кстати, знаешь, в чем проблема? В чем? Хочу изучить пиксельмона. Что еще раз? Кинь пиксельмона. Зачем? Него. Сейчас, подожди. Сейчас. Я тут у меня два. Ты че сейчас? Я его изучил. А, да. Точно. Как его изучить? Я просто не понял. Все, он у меня изучен, я его нашел, чем-чар. А теперь кинем. Так, у него неизвестная рост и неизвестный вес. Так, а как его забрать обратно? Знаешь, сколько у меня вес этого начального? Какого? Какой? Рост 70 сантиметров и вес 7 килограмм. Крис, выпусти всех своих пиксельмонов, я их изучу. Сейчас. О, да, кстати, мы же... Так, ага. То есть по нему просто кликать, да? Да, правда, кнопку мыши. Ага, все, я кликнул, и бульбазавр. Ага, все. Это он на первом. Это все твои покемоны, да? Да. Все, короче, да. А их надо с ней сражаться, да, надо? Чтобы их поймать, да. Сколько я помню. Кстати, давай посмотрим, кто сильнее, мой бульбазавр или... Не-не-не, давай сначала найдем, и мне надо поймать какого-нибудь второго покемона. Ну, давай пойдем, короче. Пойдем, найдем тебе кого-нибудь. Давай сначала напилим дров. А у нас же и так есть они. Да. А, да, подожди, мы поставим на паузу, я просто опять, как всегда, забыл удалить свое старое видео, которое я уже залил. Из-за этого у меня сейчас недостаточно места на диске сейчас. Все, мы вернулись. В общем, давайте пойдемте найдем кого-нибудь пиксельмона. Так. Я сейчас попробую Марка изучить. Что-то не изучается. А я Айденчика. О, у меня изучился Айденчик. Покемон. Пиксельмон. Мне открылся какой-то другой. Пиксельмон, Айденчик. Пошли. О, по-моему, я кого-то видел сейчас, у меня лагает просто. Да, вот я Эконса нашел. Эконс, давай, как мне сразиться? Он сам, что ли, должен захотеть? А, нет. Скинь в него пиксельмон своего, что он, наверное, тебя уничтожит. Все. У меня все зависло. Мне майн завис. А вот все. Файт. Сейчас мы ему покажем. А, он, конечно, он все меня снес. Ну вот, или можешь просто кинуть в покебол. Может, повезет. Sorry, I can't let you do what. О, я в него попал. Посмотрим, давай, пожалуйста, поймайте. Угу, он начал покоцать. Пожалуйста. Я не хочу с ним драться, он мне... Ладно. Набей ему морду. Через каким образом? У меня покемон убит. А, точно. Проблема. Сейчас подождём, походу поймается. Все, я его поймал! 18 уровень. И, короче, пошел на спаун. А как их вылечить? На спауне, да? Там такая штуковина стоит. Угу. Ладно, а тут спаун, да, можно написать? Да. Все, я на спауне. Сейчас мы вылечим сначала покемонов. И все, я лечу их. И... Знаешь, как мне повезло? Угу. Мне так эпически повезло. Я даже с ним не дрался. Я люблю так делать. Какой прикол? Какой? Мы сейчас можем на тебе покачаться. В смысле? Ну, то есть, смотри. Я нужно драться с игроками. Да я понял. Мы можем вот так вот просто накачивать тебя. Ты, я знаю такое. Так, а как крафтятся вот эти вот покеболы? Покеболы, да. Сначала надо... Нам нужен железо, наковальня. Я потом зайду на... Симоновики. Я еще повторю. У меня покебол сломался. Это нормально? То есть?
Но у меня чисто сломался, я хотел Авру попасть, но у меня разбился на Покебол Лид, Ирон Бейс и на кнопку. Его терму на перекрафтить. Я знаю. Да где ты? О, я это нашел. Я тут Ратата. секунду. Я ратата нашел. Сейчас проверим, поймается, нет. Скорее всего, нет. Надо с нескольких попыток. Сейчас я верстак сделаю, мне лагает. Верстак. Чё, поймался, что ли? Да, он поймался с одной попытки, прикинь. Это смотря какой уровень. У него 20 уровень. Нормально. У Чимчара 5, у Эконса 18, а у Ротаты 20. Окей. Сейчас, подожди, мне надо незаприваченную территорию найти, потому что я не могу починить свой покемон. У тебя сколько покемонов? Меня два. У меня три Секунду, уже. подожди. Секунду, подожди. Легендарный покемон. Так, что-то с ним. А, короче, легендарный покемон где-то заспавнился. Пока. Почему? Пойду. А, жалко. Так, в полях легенда респавнился, ладно. Так, может тут? Нет, нельзя. Интересно, где тут можно. Опа, покемоны. Но почему нельзя поставить-то? Мне надо где-то поставить верстак. Хоть у меня исчез. Ладно. А. Все. Так, нам надо зайти не за приваченную территорию. Просто тыкать. Ай, так. О, тут не закрывачная. Хорошо, так. Может, как-то вот так он делается? А, вот так может. Отлично. Так, надо пойти в пустыню, может, там кого-нибудь поймаем. Так. Крокодил. Сандайл, да, я узнаю. Может, везет. Так, а, нет, вроде не удалось, ладно. Так. Нет, к сожалению, он не удалось. Кладут, привет. Привет, так, ну, наверное. А, точно, надо же их изучать, забыл. Надо по ним тыкнуть. И где они? Где? Вот он. Тут все мы изучим. По идее, мы должны его изучить. Да. А, он же не наш, но все равно. Ага. Ой. Нет, только не он. Давайте сразимся, что ли. Какой тут можно... Давай такую атаку. А, мы же не сможем поймать его. Алло. Алло. Здорово. Тебе это скинуть сервер Какой? 1.5.2. Потом. Я вчера, знаешь, игру эту Южный парк. Но. Я вчера друзьям ехал, я в ней играл. Это, ладно, народ, мы заканчиваем на этом нашу серию. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, Я всем пришел. подарок, всем пока.